Всем привет, я Мистер Гигерман, и мы с вами продолжаем To the Moon. В прошлой серии произошел лютый трэш. Короче, сломался наш прибор, так скажем, который перемещает нас вот в эту самую параллельную реальность. Или что-то в этом духе, короче. Теперь мы пытаемся восстановить последний мементо, то есть последние воспоминания Джона, чтобы, так сказать, осуществить его главную мечту, попасть на Луну, если, черт возьми, кто-то еще об этом не знает. Окей, мы тут с вами играем теперь за голову только. Я буду что-то кое-что другое, ну ладно, допустим. И че? Человечек какой-то, что дальше? Соедините два совпадающих мемента в углах квадратов, чтобы перенести... Что? Два. А как я их соединю? Тут нету одинаковых предметов. А, вот с этими соединять, да? Да, серьезно? Окей. Так, тут кролик, окей. А как бы если я вот переверну вот это, тут же спадет вот эта дичь. Ну окей, подожди, хотя бы надо понять, как это делать. Так, если это был сверху. А у нас не получится, серьезно? Ну окей, подожди, давай тогда для начала вот так сделаем, мы для начала соединим. Посоединяем все отдельно, а потом уже посмотрим. Допустим, что-то по крайней мере получается. Я не знаю, как бы правильно ли это или нет, или все они должны быть соединены. Скорее всего, что более будет правдивее. А тут что? А, тут книжка, окей. Тут книжку. Эй, Ева, зацени. Ам-ням-ням-ням-ням. Дурак. Дебил, не поясничай. Так. Собственно, вот так. Не-не-не, да. Да. Получше будет. Ну, допустим, они как бы все равно активируются, поэтому я немножко не вижу смысла. А, это та самая потерянная память. Окей, а тут что? А тут время, да. Ой, ты что делаешь-то? Вот так. Блин, как же тут местами неудобно вообще. У них, короче, есть своя трасса, то есть траектория, по которой они двигаются. И это капец как неудобно иногда бывает. А, то есть как бы пофиг, да? То, что некоторые у меня детали вообще остались неактивированы, да? Неактивированными. То есть не взаимодействуют между собой. Ну это как бы день, вот и все, с чем мы можем работать. Готов запустить? Ты меня знаешь, всегда готов. Чего-то они запустили, окей. Что-то они запустили. Так, посмотрим, какие сувениры он привез с Луны. Дамы вперед? Не в этот раз, дорогая. Так, сюда что-то можно было посмотреть. А, сюда тоже уже пройти можно, невзирая на защиту, прям нет? Ну окей. У нас тут кое-кого не хватает. Невелика потеря, мы и без него справимся. Знаю, но... Есть чувство незавершенности. Ты слишком привязываешься. Это повлияет на твою способность выполнять работу. Чушь собачья, не грузи меня своими бабскими психоанализом. Во-во. Так, и чё? Слишком рано. Промотаем время вперед и посмотрим на результат. Ага, вот это, да? Где, походу, он? Походу, он. А, мы переходим все строки памяти еще раз. Ясно. Похоже, тут ничего не изменилось.
Да я смотрю в другое место. Так, окей. Пошли вниз. Ну? А, нельзя? А... Нужно проверить другие воспоминания Джона. А-а-а! Ну так давай, что ты делаешь-то? Я говорю, это такая лажа с управлением в этой игре, капец! Я думал, прям все на автомате, прямо от... сразу же от воспоминаний мы путешествуем. Оказывается, мы уже вот этот вот в резервный центр что-нибудь путешествуем. Так, я тоже помню. Блин, и здесь ничего. Как правило, хоть что-то меняется. Нам нужно хоть что-то изменить, окей. Что-то не так. Эти воспоминания не просто похожи. Они идентичны. Они в точности совпадают. Но это невозможно, мы же транслировали желание, так? Так. И чё? Я подожди, я сначала смотрюсь. Туда можно? Нельзя. Какая нагнетающая музыка, однако. Окей. Все плохо, как я понимаю. Все очень и очень хреново. Так, ну-ка давай сюда. Потому что Джон у нас уже старый. Угу. Но тогда этого не может быть. Таким образом все осталось таким же, потому что, возможно, все заморозилось, нет? Нам нужно подтверждение. Нам нужно последнее доступное воспоминание. Это там, где он уже совсем стоит. Ну да, по идее, потому что оно последнее, оно доступно. Ну да, вот оно. Угу. Ничего не отличается от последних реальных воспоминаний. Я уже не питаю иллюзий насчет того, к чему все это ведет. Короче, все, поиски мементов на этом окончены. Частичек памяти на этом окончены. Окей, пошли в дом. Если это тоже. Если это то же самое воспоминание, то он будет на утёсе смотреть на маяк. Ага, ясно. Пошли на утёс! Может тоже посмотреть на маяк. Короче, все очень плохо и пока что очень непонятно. Все то же самое. Понимаете, все то же самое. Джонни? Это тут, наверное, как-то надо было исключить из воспоминаний. Даже не должна все это видеть, наверное. Какой приятный сюрприз. Не часто у нас бывают гости. Дежавю опять. Я доктор Ева Розалин. А это... Что? Я не буду второй раз это говорить. Доктор Нил Уотс. Вам знакомо агентство генерации жизни... Агентство генерации жизни Зигмунд? Извиняюсь. А, так вы из агентства. Какое совпадение, я как раз думал вам звонить. Лили, принеси нам, пожалуйста, чай. Лили? Она выходит... Ага, окей. Его тоже поставь на паузу. А, ну я тебе говорю, есть такая система там. Почему-то она пропала, а он не нужен, потому что он главный персонаж. По идее-то. Ну и? Ну чё, ну и? Все плохо, как выяснилось, собственно. Жди здесь, я попробую транслировать желание еще раз. Скажи, если что-то изменится. Трансляция была успешной, 100%. Что-то изменилось? Чуть меньше, чем ни хрена. Абсолютно ничего. И чё? Как так? Даже если желание не сработает само по себе, как можно вообще ничего изменить? Чего? Окей. Может нужен какой-то стимул для его активации? Из ранних детских воспоминаний. Самых ранних, до которых кто-то только может добраться. Но это где он девчушку в кино возил, нет? Да нет. Пойдем. Ты бы хоть бы его разблокировал бы хотя бы. Чё? Будет там стоять его днями. Ну я тебе говорю, да это тот случай. Да как все заморожено, видишь? Желание Джона
Желанию Джонни о полете на Луну необходимо стимулировать... Необходима стимуляция. Так. Ну ладно. А, вижу, заморозился. Что за... Это не тот фильм, который... Да, погодите. Извиняюсь, надо было прокашляться. Что за... Это не тот фильм, который мы должны были показывать. А, это стимуляция, чтобы он... Ну, понятно все. Ох, ну и ладно. Ты не против, Ривер? Нет, мне нравится. Хорошо, тогда пойдем. Пошли. Ривер, спокойно, там где надо бежать, она идет. Там где напрыгать, она идет. Надеюсь, это вот значит, это стимуляция. Так, где Нил? Так, Нил? В туалете? Нет. В кафе сидит. Под столом валяется, успеешь. От передня попкорна. Нет. Кстати, все люди возродились. Ага, здрасте. Ты смотрел на Луну? Понравилось? А, это другой город, да? Ну ладно. Ну, по-моему, слишком... Дичь, Каролина. Я люблю, чтобы фильмы были более, ну, даже не знаю. Обосраться, пацан умеет свое мнение высказывать. Это что, знаете, люди, вот, дети, что за слово, да, приятие, при вот этот дебилизм, что он только что произнес. Они, получается, еще чуть младше меня, если что. Я таких слов не знаю. А, так а води он вот тут где-нибудь. Ну-ка. Ну, естественно, сюда можно зайти. Значит, он там по-любому. Нет. Ну, хотя вот эти тут сидят. Теперь уже вместе. Даже с утконосцем, он, видишь? На Луну... А, это там говорит. На Луну, любимая. О, Генри. Господи, я определенно слишком уставший и голодный, чтобы создавать... Чтобы создавать фильм. Думаю, стоит посмотреть, изменилось ли что-нибудь у Джона. Тебя что? А, окей. Прости, что оставляла тебя здесь, приятель. А, окей. Блин, по голове Джона только так путешественник не отвечаю. А чё в смысле? Ну окей, пошли сначала вниз ходим. Нужно проверить... А, окей, изменилось ли что-нибудь у Джона. Туда нас не пускают. Все то же самое, к сожалению. Ничего не меняется. Попробую запустить его где-нибудь еще. Это просто куром насмех. А где еще-то? Лили? Опять что ли перезапустить? Ах, за ногу, как же это все много всего-то, а? Я ни хрена не понимаю. Может, здесь что-нибудь сработает? Короче, я как понял, это нужно для того, чтобы активировать последнюю мементо, то есть последнее воспоминание из раннего детства. Как выяснилось, что Джон ничего не помнит, из-за этого вся эта лабуда и происходит. Люша утконос, окей. У меня нет на нее времени. А вот уже и Джон стоит с Николасом. Ну что, запустила она от тебя энциклопедию, а? Запустила? Заткнись, чувак. Бабешка прибежала. Пацаны, вы что тут делаете? Ну, по очертанию. Уже начинается. Пошли займем нормальные места. Стоп. О, не помню, чтобы такое было. Что-то изменилось. Отлично! Я помню эти каракули. О. Эй, не толкайся! Обычная школа, ничего такого нет. Ой, этого, кстати, тоже не было, если чё. Там, когда мы зашли, с вами ничего вообще не было, по-моему, никого не было. Секундочку. Это не изменение, это... Послушайте меня, пожалуйста! Ой! Здравствуйте! Ты что тут делаешь? Как вы знаете, я являюсь официальным представителем нашей... ЕТИЖ, НАСА, здрасте! И я здесь, чтобы рассказать вам о нем. Давай, Тимми!
идеально играет пацан, чувак, не знаю. Вау, это было ужасно. Но я отвлекся. Фейспам просто, я не знаю, почти мозг вышел, желудок. Она вышла. В общем, я знаю, что многие из вас задаются вопросом. Какие у меня шансы совершить что-то настолько же крутое, как путешествие к другим мирам? Вдохнуть сладкий воздух Венеры, переплыть через кольцо Сатурна. Кольца. Ну да. Или, может быть, прогуляться по обратной стороне Луны? А, Джон? А? Нет? Нет? Че, не согласен? А кто будешь согласен, если ты че? Здесь у нас с тобой верим, что, имея желание, появится и возможность. Может быть, ты? Или ты? Или, может быть, ты? А? Да я не хочу на Луну. Тебе повез. Стоп, почему? Почему не хочешь? А должен? Мне и на Земле хорошо. Но ты-то пока сейчас говоришь, а вот когда состаришься, это будет твое единственное желание, Джон. Так что... ну, что? Совсем не хочешь? Нет. А что? Совсем-совсем? Нет. Что ж, как официальный представитель НАСА, я расскажу вам некоторые факты о Луне. Начнем с того, что Луна уже 4,5 чего-то миллиарда лет. Опять же, запись загораживает. Я что понимаю, то говорю. А знаете ли вы, что по площади поверхность она перепрыгивает Африку? И это правда. На самом деле, если попытаться объехать Луну на велосипеде... Так, ну вот тут, окей. Кстати, лучу света требуется одна... Ну, не знаю, сколько там чего-то, там, миллисекунд, наверное, чтобы добраться отсюда до Луны. Или чего-то там, не знаю. Если ехать туда на машине, скорее всего, дорога займет 130 дней. Я знал. Ну, вкус и на обогащение никогда не будет плохим. Ну и, наконец, люди, взлетавшие на Луну, возможно, таки становятся богатыми и знаменитыми. А у богатых и знаменитых всегда толпа фанатов. Вот и все, что я хотел вам рассказать. Помните, двери НАСА открыты для всех вас, особенно для брюнетов. Особенно для брюнетов, отлично. Отлично просто. Блин, он не хочет на Луну, как так-то? Как так-то? Все рушит. Свои же мечты и будущее уграбляешь. Ну как тебе? В НАСА тебя бы не взяли. Думаю, это было бы слишком вульгарно. А я так старался. Что не могу, что не пробую. У меня бывают дни, когда я кашляю. Особенно, когда сажусь записывать. Хочешь посмотреть, сработало или нет? Конечно, сейчас вернусь. Вернулся. Докладывай. Полный швах. 1-1. Офигеть, она так себя хлопает по лицу. Это прямо отчетливо слышно. Эй, не унывай. Уверен, еще можно что-то предпринять. Например? Ну? Что еще? Как я помню это воспоминание. Мы не в состоянии достроить дом, Изабель. Мы его можем обла... Ну, вы можете принять участие в розыгрыше. Идеальная задумка была у Евы, да? Если пройдите дом, у вас получится. Интересно, это Ева тоже будет делать? Диагноз точный. Да, вообще это редко... А вы знали, что в нас дают отличную медицинскую страховку? Это правда. Для вас и для ваших супругов. О, в космосе бесплатно катают на Бои! Успел прочитать. О, смотрите-ка, свадьба. Рада за вас. А вот вам загадка. Угадайте, куда вам стоит отправиться на 2 месяца? На Луну, слышь меня, на Луну отправляйся.
На Луну отправляется, слышь? На Луну. На Луну. На Луну. Ривер. Так, это помню, это ситуация с кроликами, отлично. Ты что там делаешь, слышь? Ах ты ж, ёп, стекло, падаю! Джонни, Джон! А почему ты этот... Какого огурца? Фух. А ты как там-то заспавнился, я не понимаю. Знаешь, это бесполезно. Не просто бесполезно, это абсурдно. Мы же гребаные профи. Я не подписывалась за то, чтобы бегать за ними и орать как полоумная. Точно? Слушай, может это все и не от недосыпа? Если б я знал, что у нас будет... чего? Всеночное... всеночное бдение, то я взял бы кофе. Согласна, видел бы тот фильм, который я тут сотворила. Фильм? Именно. В общем, времени у нас мало, и таким образом, и такими методами мы ничего не добьемся. Давай отдохнем до утра. К счастью, Джонни пока держится. Мне нужно делать пару звонков. Окей. Делай пару звонков. Что за звуки такие? А, это море. Мы снова там же, да? Мы типа на отдых пошли, да? Ну понятно все. Ривер что-то сидит. Розалин что-то сидит. Евка. О, как мы ничего себе. Ничего не понимаю. Почему машина не делает никаких... Чего-то там. Запрошенное желание Джонни отправить его на Луну было бы успешно передано. Все равно не так. Не возникло и следа того, что он захотел полететь на Луну. Если только в процессе... О, я, короче, смотри, как сделала. Не буду. Твою мать, подождите. Короче, джойстик телефоном сдвинул, он чуть не упал. Только в этом случае одно и то же желание в разные моменты времени привело бы к чему-то. Привело бы, наверное, к отключению или к ошибке этой. Без сомнения, Ривер играла большую роль в его жизни. Если что им могло изменить основные желания Джона, то это... То она первый подозреваемый, возможно. Но среди тысячи возможностей, что именно было той самой. Ривер. Что же ты сделала? От Ривер. Ну, блин, она... Получается, если вот так вот к этому сюжет идет, получается, это все она. Ох, солнце встает. Получается, это она. То есть, она взяла и испортила мечту своего мужа. Ну, Джона, естественно. Но если к этому сюжет ведет, то это да, это так и есть. У нас мало времени. Может быть, Нил что-то придумал? Может, и придумал. А может, и нихуя он не придумал. Я думал, это так. Ну да, получается, если к этому ведет игра, то да. Это Ривер повлияла на Джона, чтобы он передумал о полете на Луну еще тогда. А тут вдруг спохватился. Ну не знаю. Ну да. Ну, примерно это так-то так. Как-то так. Ну, иначе я не понимаю просто данного сюжета. Весь запах от раздавленной Нилом белки добрался уже и сюда. Твою мать, и что там никто не догадался убрать? Хотя кто это будет делать? Так, где Нил-то? Как мне тут его найти-то? Окей. Пошли видео посмотрим. Ой! Ну, ма, я не хочу в школу! Сегодня воскресенье, дорогой. Дайте им поспать. Это уже реальность. То есть это не какие-то там заколустья памяти. Это уже реальность, я так понимаю. Ну да.
выключить. Ты слышь? Ничего так со взрослыми-то разговаривать. Ничего прям нет. Ничего. Полежите светом со светом включенным. Ничего с вами не случится. Ты глянь. Как со взрослыми разговаривать. Что здесь? Дай книгу на пол. И чё? Путь оригами, том 1. Искусство избегать порезов бумагой. Путь оригами уже вытеснил оригами Википедию? Ну да, Википедию как стандартный репозитор всех чего-то там о складывании бумаги. И хотя книга содержит много недосказанностей, а многие вещи излагаются в ней неканонически или, по крайней мере, весьма вольно, но в двух важных пунктах она превосходит своего более прозаичного предшественника. Во-первых, она сделана из бумаги, и во-вторых, описывает многочисленные средства для ее ухода за неминуемыми порезами, которые возникают при ее изучении. Для истинного мастера оригами абсолютно необходимо завершить любую фигуру оригами в 42 хода. Возможно, так и опять же. В большинстве турниров по оригами подрезание бумаги ножницами приравнивается к жульничеству, а вот подрезание противника ударом слева считается вполне допустимым. Ничего там правила. Поспите при свете, ничего с вами не случится. Так, подожди, мне нужно Нила найти, потом я с тобой поговорю. Так, окей. Что здесь у нас есть? А вот и Нил! Нет, я это понимаю, но... Хорошо, у вас есть документальное подтверждение? А почему опять так получилось? Что у вас не было на этой информации? Или лечь врача, раз уже на то пошло? Ты где кофе достал? Разговариваешь с офисом? Да, потом все расскажу. А теперь... Ну ок, хоть свет все тут включить. Чего в темноте сидеть? Никогда не любил, когда люди сидят в темноте. Чего не включить свет? О, кролик, тихо, кролик. Стой, это у тебя... Где нашел? На маяке перед тем, как мы начали. Так, последний раз говорю... Ну окей. Сейчас поговорим с матерью. Где она? А, вот она. Чё? Какое же весьма херовое управление местами бывает. Нельзя слушать? А нет, можно. Мне стоило присматривать за ними прошлой ночью. Они легли слишком поздно. Что ж, обстоятельства не из ряда повседневных. Похоже на то. О, хотите спросить о чем-то? О, отлично. Алили. Знаете, довольно необычно, что человек вроде вас работает здесь. С меня детьми и все такое, я имею в виду. И так плохо, правда. Или даже ходит в школьный автобус. Ну как вы вообще тут оказались? Ну, несколько лет назад моего мужа не стало. Что произошло? Он был военным. Он был последним отряде, который отправили на ту войну. Печально это слышать. Я запаниковала. У нас было мало сбережений, а найти работу было очень трудно. Джонни заметил мое объявление и предложил мне эту работу. Я приняла ее с благодарностью. Еще это место такое умиротворяющее. Оно помогло мне вылечить боль от утраты. А разве власти не помогают вдовам, чьи мужья погибли на войне? Помогают. И в конечном счете я получила пособие. Но затем у Джои начались проблемы. Я была вынуждена. Томми и Сара здесь тоже понравилось. И с тех пор мы живем тут. Ну а Джонни, он был только рад. Мы будем скучать по ним. Думаю, в глубине души... Он хотел завести семью. Ну давай по порядку, как обычно, Томми и Сари, как мы с вами обычно вот в таких играх все делаем, по порядку. А что вы им собираетесь сказать о Джонни?
Так он же еще не умер, надо ему взял вот так вот делать. Своевременно закапывать, так сказать. Я не знаю, попробую что-нибудь придумать, но вряд ли они поверят. Наши дни дети довольно умны, они все быстро поймут. Могучая и неумолимая – это природа жизни. Тут нечего скрывать. А будущее? Это ваша единственная работа, не так ли? Что вы будете делать, когда все закончится? А что мне остается делать? Найду работу в городе и буду жить дальше, как-то так. Жаль, конечно, я буду скучать по Джонни и этому месту. Думаю, что буду заезжать сюда время от времени. Нет, стоп. Все, короче, давайте на этом, собственно, заканчивать. Я прямо сейчас сохранюсь, собственно. А то пока помню, а то потом забуду. Да, все плохо. Все хуже и хуже с каждым днем становится со здоровьем нашего Джона. Но будем надеяться, что все будет хорошо. Мы сделаем так, что этот прибор заработает. Надеюсь. И, собственно, будет все хорошо. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на ВК, на Инстаграм. Ставьте палец вверх, чтобы увидеть новые ролики по To The Moon и другим видео, другим играм. В следующей серии, опять же, продолжим его проходить. Замечательнейшую игру. Мне нравится. Вам, надеюсь, тоже нравится. И... Все, всем до встречи, всем пока-пока.